На конкурс. Дети читают стихи. Бодовская Ксения, 12 лет. Город Арамиль, Свердловская область. Школа номер 1, 6 В класс. Ольга Маслова. Героям Победы спасибо. Спасибо героям, спасибо солдатам, что мир подарили. Тогда, 45-й, вы кровью и потом добыли победу. Вы молоды были, сейчас уже деды. Мы эту победу вовек не забудем. Пусть мирное солнце сияет всем людям. Пусть радость и счастье живут на планете. Ведь мир очень нужен и взрослым, и детям.